Всем привет! Как жизнь? Сегодня я отвечаю на вопрос. О глаголе посылать. Посылать. Несовершенный вид. Послать. Совершенный вид. Означает отправлять кого-то куда-то с поручением, письмом и тому подобное. Послать курьера с посылкой. Послать гонца с письмом. Посылать, послать означает отправлять кому-то информационное сообщение или материальный объект. Послать письмо по адресу. Посылать сообщение через интернет. В настоящем времени я посылаю. Ты посылаешь. Он, она, оно посылает. Вы посылаете. Мы посылаем. Они посылают. Посылать, послать означает отправлять, передавать пожелания, выражение эмоций. Посылаю тебе мои поздравления. Послать привет другу. Посылать, послать означает направлять, запускать, бросать. Нападающий посылает мяч в корзину. Послать ракету в космос. Посылать, послать означает часто с указанием «куда» в грубой форме выражать свое пренебрежение кому-то или чему-то. Она послала его куда подальше. Они попросили, но их послали.
Послать телеграмму. Послать к черту. Послать подарок. Посылать цветы. Посылать деньги. Посылать кольцо. Я посылаю текст песни. Ты посылаешь мне книгу. Она послала ему смайлик. Вы послали бандероль. Мы посылаем вещи. Они пошлют вам фотографии. Пока все. Всем отличного денечка!